Из-за аномально теплой весны реки в Новосибирской области вскроются на 8-10 дней раньше обычного. Синоптики ждут образования ледовых заторов и подтопления прибрежных участков. Максимальные уровни весеннего половодья на реках Оби ожидаются около и выше нормы до 1,3 метров. Это на большинстве рек Новосибирской области. А вот на реках запада, северо-запада Новосибирской области здесь максимальные уровни предполагаются выше до 2,2 метра. Сегодня на треть увеличен объем воды, который сбрасывают из водохранилища через плотину Новосибирской ГЭС. Это приведет к повышению уровня Оби на 40 сантиметров. Однако, по предварительным расчетам гидрологов, даже при самом пессимистичном сценарии, в пик половодья вода не поднимется выше критической отметки 360 сантиметров. После прохождения этой точки начнется подтопление садовых обществ ниже плотины гидроэлектростанции.